50-й год, Москва, двор литературного института. Мальчишка разбил мечом окно и улепетывает от дворника. Бежит, думает: «Господи, ну зачем мне этот пошлый имидж сорванца, гоняющего мяч? Я ненавижу футбол, я не люблю улицу, я мог бы сидеть дома и читать по-испански моего любимого Борхеса. Вот кто никогда никем не прикидывался. Ах, где он сейчас?» В это время на другом конце света Борхес щурится над рукописью и думает: «Господи, зачем я гублю остатки зрения здесь, в этой душной комнате, вдали от свежего воздуха? Как мудр мой русский друг Андрей Платонов, который днем подметает улицы на свежем воздухе, впитывает запахи настоящей, а не выдуманной жизни, и потом по ночам пишет свои великие тексты. А где он сейчас?» Андрей Платонов, пыхтя, гонится за мальчишкой с метлой и думает: «Догоню сучонка, убью нахер!